В национальном рейтинге мэров Петр Тултаев по итогам октября-ноября оказался на 13 месте. Стоит сказать, что выбор проводят среди градоначальников 88 городов России. Это руководители столиц всех субъектов страны и 5 крупных финансово-экономических центров, куда входят Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи и Тольятти. Первое место, что неудивительно, в очередной раз досталось мэру Москвы Собянину. Результаты рейтинга основаны на результатах анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.